Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Учебный центр «Щит» проводит обучение безопасному обращению с оружием. Травматическое, охотничье, пневматическое. Звонить по телефонам 68 82 58 или 25 75 78. Деньги под залог недвижимости. Телефон 93 53 67. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Звонить 58 27 25. Ремонт и запчасти стиральных машин. Телефон 60 60 80. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы подготовки частных охранников 4, 5, 6 разрядов. Прием периодической проверки. Звонить по телефонам 68 82 58 или 25 75 78. Купят баян, аккордеон. Предложения ждут по телефону 26 42 91. Продается дом в СНТ «Авиатор», жилгородок, на участке 5 соток. Имеются насаждения. Телефон 22 73 07. Филиал «Оренбург-Межрайгаз» приглашает слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Возможно обучение, стипендия. Набор ограничен. Обращаться в Оренбурге по адресу: улица Самолетная, 79, телефон 341-611. Приглашают на работу вахтой в Москве, комплектовщиков, грузчиков. Зарплата до 95 тысяч рублей. Бесплатное проживание и питание. Доставка до места работы. Телефон 8 800 745 89. Звонок бесплатный. Требуются кладовщик, повара, работники столовой в город Оренбург, а также инспектор по кадрам и технолог общепита в город Ясный. Телефон в Оренбурге 48-00-04. Компании «Транслист» требуются машинист погрузчика, водитель категории «Е», машинист крана автомобильного. Телефон 53-85-03. Организации на постоянную работу требуются лаборант дорожно-строительной лаборатории с опытом работы, бухгалтер с опытом работы в производстве, в строительстве, машинист катка дорожного, асфальтового, машинист экскаватора-погрузчика, водитель категории «Б», «С», «Д», «Е» на автомобиле «МАН» и «Скания». Телефон 8-987-190-31-25. Требуется электромонтер. Телефон 30-59-58. Требуется сторож на охотничий стан на берегу реки Урал, район аэропорта. Телефон 21-69-30. В управляющую компанию требуется мастер по санитарии, инженер по содержанию и дворник. Телефон 48-40-80. Требуются расклейщики, 1000 рублей в день, телефон 23-13-28. Требуется кадастровый инженер и инженер-землеустроитель, телефон 436-536. Требуется швея, звонить по телефонам 54-08-70 или 8-958-549-36-72. Требуется грузчик с функцией плотника и кладовщик-комплектовщик, график 5 через 2, плавающий, телефон 444-888. Дополнительный доход. Звонить 450-405. В управляющую компанию требуется инженер ПТО, соцпакет, телефон 27-37-67. Работа на дому. Звонить по телефону 555-919. Требуется менеджер по продажам. Возможно, работа для студентов. Телефон 200-722. В магазин требуется продавец. Звонить 92-57-17. Подработка на дому. Телефон 450-622. Требуется бухгалтер. Телефон 51-58-41.
требуются: сварщик-кузовщик, зарплата до 50 тысяч рублей, автослесарь, зарплата до 40 тысяч рублей, а также ученики. Телефоны 75 52 31 или 61 90 21. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.